В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Порывы местами могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим 7-градусные морозы ощущаются намного сильнее. Ветер на сегодня и на юге России, к примеру, в Сочи, прогнозируют до 22 метров в секунду. Жителям и гостям города рекомендуют не находиться рядом со слабо укрепленными конструкциями, а машины не оставлять под деревьями. Другие испытания природа подготовила жителям Крыма. Снегопад и гололед превратили некоторые улицы Алушты в ледяные горки. Неуправляемые машины скатывались одна за одной. Пользователи прозвали это автокюрлинг. Впрочем, владельцам было не до смеха. Некоторые, пытаясь спасти ситуацию, едва не пострадали сами.